глаза. Грустить сегодня как-то не с руки. И я вам попытаюсь рассказать, как жили в пятерку наши старики. Вы знаете меня давным-давно, я тоже вижу вас не в первый раз. Как выйдет ведь другого не дано, спою вам этот маленький рассказ. Как перевал за перевал, проминая рюкзаки, вверх и вниз по грязным скалам лезли наши старики. В пятерке-то нормальных нету мест, там сборище людей наоборот, берут лишь тех, кто очень мало ест, но в то же время очень много прет. Поэтому поперли за всой принц Сойер белокуров и светло, кудрявого прельстили колбасой, их по перевалам понесло. И перевал за перевалом, проклиная рюкзаки, вверх и вниз по грязным скалам лезли наши старики. Приветливая горная страна им улыбалась льдом своих оков. Внезапно Безингийская стена очаровала наших стариков. Очнувшись, скоро вниз они пошли, внезапной красотой ослеплены, до ночи повернуться не могли, и обгорели с правой стороны. И перевал за перевалом, проклиная рюкзаки, вверх и вниз по грязным скалам лезли наши старики.